Вот это вообще супер. Качелька. А, будто на ней покататься. Если она действующая. А нет, она приделана, не крутится. Вот для 4 человек. Если бы она каталась, было бы очень хорошо. Да, вот она. К земле приделана, к сожалению, не покататься. Такая качель. Что тут еще есть? Вот это вот не знаю для чего. Сейчас увидите, что это такое. И вот это что такое? Как макет какого-то моста, как будто бы. Ну вот это для занятия спортом, это понятно. Подниматься на руках вот с такими штуками. Видите, специально вырезы сделаны. Берешь в руку вот это вот. Ну, как я понимаю, эту трубку и поднимаешься на руках вверх. Можно вниз опускаться. Вон такая лесенка симпатичная. Скамеечки тоже тут такие, как раньше были. Вот какая лестница. Вот такой снаряд еще гимнастический. Не знаю, для чего он нужен. Просто не знаю даже. Туда и не допрыгнуть до него. Вот какая лестница. А вот то качель, не знаю, но она приделана к земле, значит не качель. Там их две таких. Вот это что это такое? Приделано к земле, видите, значит не качель. Такая интересная штука. А в той будке типа должен сидеть сторож, охранник какой-то, наверное. Вот в той будке. Кто-то должен сидеть, но никого нету. Так, и здесь еще какой-то гимнастический снаряд. Но это понятно, для чего он нужен. Только туда не допрыгнуть, до этих колец. Эти кольца висят сверху. Да вообще никогда не допрыгнуть. О, а там супер-пупер клумба. Сейчас посмотрим. Я люблю клумбы рассматривать. Цветы. Сегодня хорошая погода, солнышко. Ну тут петуньи это, да, это петуньи, кажется. Или не петуньи. Может, какие-то маленькие петуньи, наверное. Вот эти как цветы называются, я не помню. Ай, солнце такое, как бы вам получше показать, чтобы было видно. Вот. Вот тут в тени вообще замечательно видно эти цветочки. Пахнет очень хорошо цветами. И пахнет и петуньями, и еще чем-то. Вот эти вот красивые цветы. Много чего тут интересного есть. Вот эти тоже, видимо, потом будут цвести. Позже.
Так интересно сделаны клумбы.